Доброго времени суток, YouTube, уважаемые видеослушатели моего канала. И сегодня социальное видео. Оно очень простое и понятное. Называться оно будет «Панический страх нищеты». На своих экранах вы видите отображающие картинки, суть этого явления. И я хочу прокомментировать это. Значит, реально, раньше, пускай скажу так, советские времена, да, то есть нищими были те, кто не работал. Были такие товарищи, и, соответственно, это все понятно. Сейчас же я каждодневно вам заявляю ответственно, как психофизиолог, что сейчас люди, обычные люди, работающие люди, медсестры, врачи, учителя, рабочие, кто угодно, чувствуют именно вот этот панический страх нищеты, состояние паники, неуверенности в себе, в будущем, в настоящем. Люди боятся всего и вся. И прежде всего они боятся быть нищими. Если раньше, я повторюсь, это было свойственно лишь отдельным категориям граждан, опустившимся, да, то сейчас это свойственно для работающих, обычных людей. Абсолютно обычных, которые работают, получают свою зарплату в 15 тысяч. И не надо на мной смеяться. Примерно такая зарплата у медсестры. Это ужасное состояние. И это область психической патологии. Паника. Панический страх. Вызванный крайне низким, бедственным, нищенским материальным положением. Это то единственное, первое и единственное состояние, которое возникает у любого человека, который думает о том, как кормить своих детей, как выжить, достойно существовать, не ночевать на теплотрассе. Вот о чем думают люди, простые люди, на данный момент в России. При всех прочих каких-то обстоятельствах. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам.